В эфире «Ночные картины» с Алиной Тереховой. Продолжим смотреть на картину без указания автора. Сегодня сюжет достаточно понятный, тут в большей степени вопрос об авторе. Для меня он не самый ожидаемый. Итак, вот картина немного ближе. Что скажете? Что изображено? Кто автор? Кто был в Петербурге, наверняка угадал в тумане шпиль с собора святых Петра и Павла Петропавловской крепости. Очевидно, что замерзшая вода – это Нева. Вот только автор неожиданный. Иван Айвазовский наиболее известный своими морскими пейзажами, которые составляют более половины его работ, отличался необыкновенной производительностью. Одну картину он писал максимум несколько дней. Поэтому официальное количество его полотен около 6 тысяч. Его картины покупали и русский царь, и турецкий султан, а для того, чтобы понять, каким капиталом он обладал, можно прикинуть, сколько было потрачено в Феодосии. Тут он построил здание археологического музея и свой особняк, оставленный в качестве картинной галереи, провел водопровод с питьевой водой. У него было более 13 гектар земли в Крыму и поместье у каждой из четырех дочерей. Иван Ивазовский был знаменитым и востребованным художником не только при жизни. Его картины постоянно продаются на различных аукционах. Например, в 2008 году на аукционе Сотбис два полотна были проданы за 2,4 миллиона долларов. В 2012-м вид Константинополя и Босфора за 3,2 миллиона фунтов стерлингов. А мы только и знаем, что девятый вал. Ну вот теперь еще Петербург переправа через него.